Пятигорская меховая ярмарка открывает новый модный сезон. В полюбившемся многим магазине почти полностью обновилась коллекция шуб и шапок. Но при этом покупатели, как и раньше, ожидают классические и креативные модели, разнообразие цветов и вариантов декора, широкий размерный ряд и высокое качество материалов. Все изделия фабричные, произведены в России. Высокое качество меха – вот что отличает шубы, представленные на Пятигорской меховой ярмарке. Выделка материалов производится в Австралии и Европе. Все модели отшиваются на известных российских фабриках. Каждая шуба чипирована, и пользователи смартфонов могут получить о ней достоверную информацию. Также можно посмотреть, мы каждую шубку вывернем, покажем пошив, выделку. Тут есть молнии у каждой шубки. Все шубки у нас открытые. Всякая живая, мягонькая, как тесто, также ее всю можно просмотреть. Шубы пятигорских меховых фабрик имеют широкий размерный ряд – от 40-го российского до 70-го. Отечественные производители учитывают модные тенденции и потребности женщин. Для автоледи – короткие шубки, для любительниц роскоши – меховые пальто длиной более метра. В отделке верхней одежды используется чернобурка, куница и писец. Цветовых решений у пятигорских шуб также много, как и фасонов. У нас с мужем скоро юбилей, будет 20 лет совместной жизни, он решил подарить мне шубу. И я решила выбрать белую, как свадебное платье. К новой шубе здесь же в магазине можно подобрать и подходящий головной убор. На стеллажах Пятигорской меховой ярмарки более 2000 моделей шапок. Из трикотажа, кашемира, фетра и валяной шерсти, а также из натуральных мехов. Цветовая палитра от базовых до ярких и модных оттенков. На покупки за наличный расчет действуют скидки. Пятигорская меховая ярмарка располагается на втором этаже торгового центра «Контур» по адресу улица Бориса Ручьева, 7Б.